Итак, уважаемые коллеги, добрый вечер. Первая часть пресс-конференции. Вам обратно я попробую позвонить. Леонид Станиславович, Ищенко. Леонид Станиславович, ну, традиция такая, наверное, небольшой комментарий, а потом вопрос. Ну, по традиции я прошу задавать сразу у вас вопросы, по моей традиции, ну, скажем так. Задавайте вопросы, я буду отвечать. Пожалуйста, вопросы. Представляйся, пожалуйста. Ну, это не игра команды, имелось в виду. Ну, вам сказать, вы потом разнесете так, что я потом, как говорится, с ума сойду. Понимаете? А победа впервые за 5 лет на БТ, давила ли это на команду как-то? За 5 лет? Впервые, первая победа за 5 лет. Все когда-нибудь случается первый раз. Ну, победа, победа, и что? Как вам дебют Шапко в воротах сегодня? А он уже сыграл второй матч, вы не заметили? Как вам его игра сегодня? Против футбола Сперник? А вам как? Хорошая? Ну, мне тоже. Ребят, кого еще вопрос? Слава, давай. Вячеслав Мигуцкий, белорусский футбол. Можете объяснить, во что сегодня играла БТ и за счет чего вы сегодня переиграли соперника? Я во что играла БТ должен объяснять? Ну, немножко вопрос. Знаете, как бы такой, ну, вы спросите у тренера БТ. Я спрошу. Ну, а я так, по мне, ну, так, я увидел, что БТ поменяла свою схему. Мы к этому были готовы, понимаете. Настоящий профессиональный тренер должен быть готов к любой схеме и к любым взаимодействиям. А комментировать это, ну, некорректно, скажем так. Хорошо? Дима. Дмитрий Найкин, Голбай. Данила не попался на заявку. Так у него контракт закончился, вы что, не знаете? У него контракт закончился, он не захотел переподписывать контракт, ушел из команды. Все очень просто. Так просто. Я, честно, я в шоке. Еще есть вопросы? Еще есть. Есть ли еще вопросы? Нету? Спасибо. Спасибо.